Первый день лета в администрации города начали с продолжения заседания 37-й чрезвычайной сессии. Вопрос, к решению которого депутаты шли на протяжении нескольких заседаний, сегодня приняли почти единогласно. Уже перед заседанием стало понятно, что единственный вопрос, вынесенный на повестку дня, будет принят положительно. Кворум был собран, да и тема разобрана до мелочей. Так что начатая еще во вторник 29 мая сессия была продолжена в конструктивном русле. Вопрос, который был отложен для более четкой проработки, касался внесения изменений в решение собрания депутатов об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации. Свой доклад представил председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, на рассмотрение которой был предложен проект положения. Изменения в основном касаются того, что дата, место и время первого заседания конкурсной комиссии определяется главой округа, последующие очередные председателем комиссии по собственной инициативе или по требованию не менее 1/3 членов комиссии. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 7 ее членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного числа комиссии. Пункт 11 также определяет, что к участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, стаж муниципальной государственной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет, а также соответствующие дополнительные требования кандидатам на должность главы местной администрации при назначении лица на указанную должность по контракту, установленной законами Челябинской области. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять решение в предложенной редакции? Прошу проголосовать. Кто за? Таким образом, почти единогласно, с двумя воздержавшимися, депутаты приняли поправки в положение о порядке проведения конкурсной процедуры на должность сити-менеджера. Было также высказано предложение депутатской фракции «Единой России» о необходимости проведения первого заседания членов конкурсной комиссии по назначению главы администрации уже в ближайшие дни. Как рассказал Игорь Воинов, его планируется провести 13 июня. Игорь Каблуков, Айдар Насыров, программа «24 МИАС».